Часы все еще идут, но время здесь как будто остановилось. 19 и 20 века. Все это собрано на новой выставке Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая. Часть экспонатов принадлежит музею, часть – музею «Мир времени». Также здесь часы из частной коллекции. Но эта выставка не столько о самих часах, а о том, какие у барнаульцев были отношения со временем на протяжении всей истории города. Начиная еще с демидовских заводов почти 300 лет тому назад, не секрет, что долгое время, там, вплоть до 20 века, часы были дорогим удовольствием, а большинство жителей, простых людей, вынуждены были как-то отмерять время по-другому. Выставка как раз отвечает на вопрос, на что ориентировались люди, которые не были счастливыми обладателями часов. Даже в первой половине 20 века, в деревнях особенно, еще были живы способы определения времени по солнцу и по звездам. Каждая хозяйка в своей избе знала, что если солнце падает и тени ложатся в одной части избы, то это время завтракать, в другой части избы обедать. Об остальных способах измерения времени жители города смогут узнать на самой выставке. И о них расскажут сами часы в игровом формате. Так что интересно будет и школьникам. Заглянуть в повседневную жизнь барнаульцев других эпох можно будет до 6 октября. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.